видеть. Тьма заполонила лифт. Там что-то было. Присутствие. Джесси Фейден слышала его. Зов. Еле заметный. Он тянулся к ней из темной обители. Фейден была чувствительна к подобному. Слышала постоянно. От путеводной звезды. От прошлого директора. Она была идеальным преемником. Рождена для этого. Фейден замерла, чтобы почувствовать таящуюся силу. Эта сила меняла все вокруг, едва уловимая. Пыталась вынудить ее действовать. Фейден это не нравилось. Полярис тоже это ощутила. Но не засветилась, как случилось с шумами. Значит, все было в порядке. Сигнал не был враждебным. Он был мощен, но шел издалека и слабел от расстояния. Это был сигнал бедствия. Фейден чувствовала тонущего мужчину, того, кто отчаянно хотел сбежать. Было еще что-то. Голод во тьме, очень похожий на враждебный резонанс, выжидающий. Она знала, что безрассудство приведет к ужасным последствиям. Именно это, а не отчаяние мужчины, вынудило ее явиться на зов. В лифте снова зажегся свет. Темнота отступила, как воспоминание. На панели лифта появилась новая кнопка. Сектор расследований. Фейден нажала ее, и двери лифта с показной бравадой затворились. Вас, мэм. Эй! Есть тут кто? Похоже, никого. Здесь как-то более многолюдно, чем в остальном бюро. Thank you.
Не работает. Наверное, электрогенератор не подключен. Thank you.
Теперь ворота должны открыться. Я, конечно, не детектив, но здесь явно что-то произошло. Знакомы? Я чувствую, все это знакомо. Кажется, я не могу... Я забыл. Мне жаль. Меня зовут Алан Вейк. Кто ты? Кто ты? Я знаю тебя. Я твой друг Том. Том Зейн. Тебе не о чем беспокоиться. Том. Поэт. Тот ныряльщик, ты изменился? Это была просто роль, персонаж. Герой, которого я играл в своем старом фильме. Я режиссер. Автор, как и ты. Мы вместе работали над этим, помнишь? Творческий союз. Тебе надо выпить. Твое здоровье? Бесконечная тьма. Клетка без выхода. Но мы сейчас как никогда близко. Ты писал. Мы нашли способ выбраться. Он сработает в этот раз. Писал? Ты нашел способ? Нет. Я не... Погоди. Что-то еще. Это мой двойник. Он там. Я его видел. Да, да. Не о чем беспокоиться. Я с ним разберусь. Все хорошо, мой друг. Я им занимаюсь. Ты встречал его? Какого черта? Ну-ну, спокойно. Ты неправильно понял.
Это был Алан Уэйк, тот самый писатель, пропавший во время АМС, о котором я читала. Что он тут делает? Еще с ним был Томас Зейн. Поэт. А, не, он режиссер. Не так запомнила. Доктор Эмиль Хартман отчаялся. Федеральное бюро контроля украло работу всей его жизни. Оставался последний шанс, заключительный эксперимент, на который он не решался ранее. Хартман нырнул в озеро, был захвачен. Голодная тьма поглотила его, превратив в нечто, когда-то бывшее Хартманом. От него остался слабый отголосок, прерывистые импульсы на повторе. Теперь им управляла кровожадная тьма. Покинув озеро, нечто было схвачено агентами ФБК. Они перевезли его, заточили, изучали. Но нечто освободилось, убило всех, кого могло. ФБК отступило и опечатало сектор. Нечто осталось одно в темноте, скрываясь, скитаясь, выжидая. А потом что-то пришло. Не тьма, но очень похожее. Звук. Резонанс. Это не стало неожиданностью. Где есть одно, появится и другое. Тьма внутри нечто могла защититься, могла сопротивляться, могла дать пройти насквозь, остаться незатронутой. Но этого не произошло. Возможно, тьма почему-то ослабела. Не от времени. Она не подвластна времени. Просто потеряла связь с источником. И случилось превращение. Нечто, когда-то бывшее Хартманом, изменилось вновь. Элза, голодная тьма поглотила его, превратив в нечто, когда-то бывшее Хартманом. Убило всех, кого могло. Они перевезли его, заточили, изучали. А потом что-то пришло. Резонанс.
Здесь жутко, сыро и все заброшено. Почему Вейк хотел, чтобы я пришла сюда? Похоже на сдвиг дома. И думать не хочу, что это. Конечно, не обошлось без шумов. Ого. Похоже, в этом секторе дом еще сильнее разбушевался. Эта тьма блокирует дверь. Помимо межпространственных шумов, мне теперь придется разбираться и с разумными тенями?
Свет выжигает тьму, да? Логично. Резонанс прокладывает свой путь сквозь нечто, когда-то бывшее Хартманом, вибрирует, ассимилирует. Звук меняет тьму, тьма меняет звук. И то, и другое меняет оставшееся от Хартмана. И все они превратились в нечто иное. В третий вид. Звук стал темнее, темнота стала громче. Хартман растянулся, как растягивается все, что вырвали из течения времени, будто червоточина внутри времени. Подобно Уроборосу. Спирали, как водоворот. Гравитационный колодец черной дыры, скручивающийся внутрь, уносящий все глубже и глубже. На дно и через центр, на другую сторону. Третий вид сказал,
Как только ты услышишь это, ты поймешь, что это новый ты. Он сказал, мы ассимилируем тебя без остатка. Сказал, под концептуальной реальностью, за нашей реальностью, ты хочешь, чтобы волны унесли тебя прочь. Он сказал, детка, да, апельсиновая цедра. Третий вид был монстром, способным порвать в клочья каждого ординарного человека. Он вырывается из темноты навстречу Фейден. Но Фейден не ординарный человек. Стал темнее, темнота стала громче. Хартман растянулся, будто червоточина внутри времени. Третий вид был монстром. Он вырывается из темноты навстречу Фейдену. Напоминаем. В конце каждого месяца сотрудники обязаны сообщать о своем рабочем времени. Федеральное бюро контроля не считает время субъективным, и часы, проведенные в астральном измерении, учету не подлежат. Астральные погружения не считаются за сверхурочную работу. Спасибо за внимание. Напоминаем, в конце каждого месяца сотрудники обязаны сообщать о своем рабочем времени. Федеральное бюро контроля не считает... Растения здесь сдохли на посту. Перу-барат. Посвети на них. Ага, и еще растения. Так, давай-ка позаботимся о наших новых друзьях. Воздух становится плохим. Вентиляция забита этой дрянью, плесенью. Это плохо для здоровья. Головные боли, тошнота, плесень в легких, депрессия. Но какой может быть разговор о депрессии, когда ты Финн? Чертов дом, Эйкосинтон и Цатанапаса Эро. Тьма повсюду.
День новый, а все та же старая кровавая фигня, как говорится. Как смола, но бесполезная. Нужно разобраться. Агент Фишер, шестой день в гостинице. Использую следующие способы наблюдения. Оптоволоконные камеры, просунутые в щели под дверями, детекторы движения в лобби, контактные растяжки у входа, активирующие импульсные фотокамеры и пудра для отпечатков пальцев на стойке регистрации. Результаты неоднозначны. Но в основном просто неубедительны и непригодны. Записи испорчены. Иногда оборудование выходит из строя. Не знаю, почему я думаю, что это место издевается. Это самое разумное объяснение. Я слышу смех, крики за закрытыми дверями. Слышу, как звонит колокольчик у входа, но прихожу, и там пусто. Пусто. Знаю, что не должен попадаться на глаза, но я видел, как двери закрываются за секунду до того, как я успеваю кого-то рассмотреть. Они издеваются надо мной, кем бы они ни были. Я думаю... Стоп! Чш. Там что-то есть. Я должен достать... кабель. Ну уже, давай, оптоволоконная хрень, скорее! Вот, так-то лучше. Так... Ладно, звук был еле слышен, но точно доносился из вестибюля. Думаю, что я таки поймал одного. Ха, камере лучше работать на сей раз, или клянусь, я тебя... А? Что? Кто здесь? Мать твою! Я из ФБК! Отойди от двери! У меня есть... А где мой... Использую следующие способы наблюдения. Оптоволоконные камеры... Детекторы движения в лобби, контактные растяжки в лобби, активирующие импульсные фотокамеры и пудра для отпечатков пальцев на стойке. Как двери закрываются за секунду до того, как я успеваю. Они издеваются надо мной, я бы они не были. Thank you.
твоего понимания тьмы отрывочно. Мое понимание тьмы отрывочно, неполно. Это бездна, пустота, которая сопротивляется познанию. Если свет — символ знаний, то тьма приравнивается к невежеству. По своей природе тьма противится осмыслению. Конечно, моя природа заставляет меня все понимать. Мы — противоположности, которым суждено столкнуться. И, учитывая противостояние стихий, мы знаем, что свет истины сожжет тьму, как образно, так и буквально. Любой сколь-нибудь значительный источник света может служить защитой и оружием против этого метафизического мрака. А еще эти творцы. Я точно знаю, что и Том, и Вейк, братья Андерсон и Лейн как-то связаны с тьмой. Вопрос в том, притягивает ли тьму их способность влиять на реальность путем своего творчества. А может, это их работы создали тьму? Теперь, когда Вейк у меня в клинике, думаю, что стану ближе к получению ответов. Конечно, если он будет сотрудничать, но с этим есть проблемы. Что ж, настойчивость — основа познания. Кстати, пора мне на обход. Привычно, неполно. Это бездна, пустота, которая сопротивляется познанию. Если свет — символ знаний, то тьма приравнивается к невежеству. По своей природе тьма противится. Конечно, природа заставляет меня все понимать. Мы — противоположности, которым суждено столкнуться. И, учитывая противостояние стихий, мы знаем, что свет истины сожжет тьму.
Ну вот, отлично. Вам уже лучше? Добро пожаловать в мир живых, дружок.
почему-то не по себе. Что-то из темноты будто истощает меня. Уже. Значит, свет не нравится. Этим надо пользоваться. Не пробивает. Thank you.
Брайан Хеннерман. Брайан Хеннерман, 21 год, житель Южного Техаса. Простите, мэм, но я правда не понимаю, почему я здесь. Вы знаете, что сделали, мистер Хеннерман. Я сделал? Расскажите о злосчастной доставке. О фильме? Я не... Он был не очень хорош. В своем ревью вы говорили иное, но мы к этому еще вернемся. А пока расскажите, где вы взяли этот фильм. Я взял его в ключах. Речь не о том сериальчике, это видеопрокат так называется. Кто с вами связывался? Кто предложил сделать ревью? Да никто, я сам взялся, потому что фильм был непонятный, мне он вообще не понравился. Не стоило давать ему такую высокую оценку. Но когда разбираешь запутанные фильмы, то выглядишь умным. Я подумал, что так у моего подкаста появятся слушатели, я могу переехать из подвала родителей, а может даже поступлю в институт и выучусь на кинорежиссера, как всегда мечтал. Я клянусь! Ах, ладно, парнишка ни хрена не знает. Конец допроса. 21 год, житель Южного Техаса. Простите, мэм, но я правда не понимаю, почему я здесь. Вы знаете, что сделали, мистер. Расскажите о злосчастной доставке. А фильм? Я не... Ладно, эта комната устрашает и все такое, но я знаю свои права. Попытка подписать книгу не преступление. Вы установили несанкционированный контакт с параестественной сущностью, что нарушает правила бюро, мистер Лэнгстон, со всеми вытекающими. А, хорошо. Я этого не знал. Послушайте, это уже совсем перебор. Я услышал, что сюда доставили доктора Хартмана, и поскольку я большой поклонник Алана Вейка, я подумал, что было бы здорово подписать копию «Дилеммы Творца». А, это книга, написанная Хартманом. Нам известно, что это. А, ну, хорошо. В общем, я хотел подписать книгу для своей коллекции Вейк. Я действительно не знал, что Хартман превратился в какого-то теневого зомби. Это совершенно неверное описание. Да неважно. Послушайте, я человек маленький, сортирую бумаги, ввожу данные. Не давите на меня так. Я совершил одну ошибку. Я часто вижу, как люди нарушают правила, но никто их не тащит в темные комнаты для допроса. Вчера Дэйв Глисон с командой разговаривали с этим пустым скафандром и ржали в голос. Мы отпускаем вас с выговором, мистер Лэнгстон. С отметкой в личном деле. При повторении инцидента беседа не будет столь приятной. Чудесно. Приятно это слышать, ребята. Спасибо. Спасибо вам большое. Эй, а есть шанс, что мне вернут копию «Дилеммы Творца»? Проваливайте. Это устрашает и все такое, но я знаю свои права. Попытка подписать книгу не преступна. Ну а когда разбираешь запутанные фильмы, то выглядишь умным. Я подумал, что так у него подкасты появятся слушатели, я могу приехать. А может даже поступлю в институт и выучусь. Я клянусь! Ладно, девочка ни хрена не знает. Конец допроса. Что вы делаете в секторе расследований? Господи! Не пугайте меня так, Лэнгстон. Если вы сейчас пытаетесь говорить, знаете, я вас не слышу. Это односторонняя связь. Попробуйте найти интерком. Лэнгстон, это я, Джесси. Я знаю, я вижу вас на мониторе. Эти камеры не работали с тех пор, как мы опечатали сектор пару лет назад. Дайте-ка угадаю. Бюро опечатало сектор из-за монстра. Погодите, вы видели доктора Хартмана? Господи, лучше бы вы не открывали ту просеку. Так, слушайте, вы должны найти Хартмана и убить его, прежде чем он вырвется в бюро. Так тот монстр — это человек? Когда-то был человеком. Мы привезли его сюда для изучения после того, как он подвергся АМС. Забыл медицинские термины, описывающие то, что с ним случилось, но теперь ему вредит свет. У вас есть фонарик? Нет. А лампа? Фара? Сигнальная ракетница? О, рождественская гирлянда! Вы могли бы ее... Ничего этого у меня нет, Лэнгстон. Черт! Ладно, полагаю, вы что-нибудь придумаете.
Буду наблюдать за вами из паноптикума. Это так захватывающе, да? С вашего места может и захватывающе. Да, точно. Ну, ладно. Ни пуха, ни пера. А, и зачем я это ляпнул? Так, вряд ли этот Хартман далеко смылся. Давай выманим его. А Лэнгстон был прав. Это и правда довольно захватывающе. Когда можно с кем-то поговорить? С тех пор, как меня назначили ответственным за паноптикум, люди стали относиться ко мне иначе. Как будто я сумасшедший, раз хочу работать с измененными предметами. Люди просто не понимают измененные предметы так, как я, знаете. Не хочу хвастаться, но для связи с такими предметами нужна невероятная проницательность. Не хочет хвастаться. Ну да, конечно. Я хочу сказать, команды в секторе исследований работают с параестественными объектами каждый день, но никто не считает их странными. Ну, может, это не совсем так. Дарлинг известен своей чудаковатостью, но если его и считают странным, то при этом очаровательным. Измененные предметы не так уж и страшны после знакомства. Если знать, что им нравится или не нравится, и что их пугает, то беспокоиться не о чем. Думаю, в конечном счете, мы все еще дикие животные, которые боятся собственной тени. Мы все должны быть как одна команда, но иногда складывается ощущение, что каждый отдел сам за себя. Словно это гонка, и каждый хочет быть первым. А вообще, если бы это была гонка, то, думаю, Дарлинг на милю впереди остальных. Он был золотым мальчиком Тренча долгие годы, но потом их отношения стали довольно напряженными. По крайней мере, так говорят. Не то чтобы я распускал слухи, просто, знаете, шепчут. Но не я. Я стараюсь не лезть и говорить поменьше. У меня много работы, чтобы на такое отвлекаться. Мне нужно быть сосредоточенным, чтобы сделать дело и вернуться домой и кормить Альфреда. У него рот когда-нибудь закрывается? Я домой к ужину, так что я прошу соседку проведать Альфреда в 7 часов, если вдруг не успею к тому моменту. Она очень милая. Ее зовут Мария. Постарше меня. Перебралась в Нью-Йорк в 50-х ради учебы. До сих пор тут и осела. У нее пара детей. Я встречал их на День Благодарения. Большая семья. Очень приятные люди. В общем, у нее есть ключ от моей квартиры, и она кормит Альфреда, пока меня нет дома. Думаю, куплю ей набор фруктов в благодарность, когда это кончится. Я скучаю по кормлению Альфреда. Я хочу сходить в магазин и купить еще важную форму. Не забыть бы отдать деньги. Погодите, я это запишу. Вернуть деньги Марии за корм Альфреда. Отлично. А еще... И купить ей фруктов. Хорошо, готово. А вы кошатница? Я вроде не спрашивал. Мне кажется, что вам нравятся кошки. Вам бы понравился Альфред. Он у меня солидный, хорошо себя ведет, понимаете? Я его так назвал в честь любимого поэта. Мне кажется, ему идет. Вообще, Альфред у меня появился незадолго до смерти Сильвии, когда я был в... Что-то я запамятовал. Откуда у меня появился Альфред? Ну, как же сильно эти двое не ладили. Нет. Сильвия считала, что вся квартира ее. Терпеть не могла, когда я стоял у нее на пути. Много раз меня царапало, потому что я пытался передвинуть ее миску. Эта кошка была еще той сукой. О-о. Да, пожалуй, это было с моей стороны. Как грубо. Профессионально. Понимаете... Сильвия не переваривала большинство людей и животных. Да вообще всех. Вот что я имел в виду под «сукой». Я бы никогда не употребил это слово в отношении человека. Это было просто, ну... Эй, тут на консоли лампочка замигала. Я сейчас... надо проверить. Чуть позже выйду на связь. Весьма находчиво, Лэнгстон.
Отправьте рейнджера ко мне. Это директор. Мне здесь срочно нужна помощь. Сделаем это!
на Ахти. Ты это имел в виду? Черт!
Господи, неужели это все сделал Хартман? Напоминаем, правило трех также распространяется на все смесители в старейшем доме. Будьте осторожны и не допускайте нарушений в работе с водой. Спасибо за внимание. Напоминаем, правило трех также распространяется на все смесители в старейшем доме.